Так, парень, садись, мы почти на месте. Дело дрянь. С их-то защитой нашим обычным трюком не сработать. Я помогу. Каков твой план? Ритуал. Он скроет корабль. Наверное. Ритуал? Да, она в этом деле мастер. Что? Так, так, минутку. Постой. Что для этого нужно? Нужна жертва. Твоя рука как раз подойдет. Стой, что? Я пошутила. Идите за мной. Дайте мне сил, сестры, мать, дайте мне сил. Эти ее штучки работают. Какие у нас шансы? Ставлю на тебя, парень. Пойдем, друг. Как будем внутри, я возьму на себя их защиту и собью их датчики, чтобы Богомол нас вытащил. А ты найди Голокрон. Зачем разделяться? Я чувствую, жизнь каждого ребенка из списка на кону. Что бы ни случилось, что бы ты ни увидел, обо мне не думай, просто бери и уходи. Крепость уже рядом. Пора. Thank you.
Обнаружен враг! От нас еще никто не уходил! Не могу прицелиться! Нужен крутой хороший удар! Похоже, все награды достанутся мне! Кэл, ты там? Да. Рад тебя слышать, Сара. Я выяснила, где Голокрон. Принимай координаты. Принял. Идем дальше. Справишься с этим, беди. Местоположение врага определено. Сопротивление не планировалось. Открыть огонь! Выполняю. Я не дам тебе убить меня. Тут закончил, но имперцы меня заперли. Идеи будут? Кэл, найди приборный отсек. Есть план. Кажется, я уже там. Видишь, беги.
Вроде бы сработало. Глянем, что там. Я отключила щиты на внешней стороне крепости. Затопи базу и плыви к центральной башне. Вот это задача. Удачи. Встретимся внутри. Понял. Пойдем, веди. Выглядит не очень прочно. Купаемся, беги. Держи. Уже рядом. Ты нас не победишь! Сюда. Недолго она будет закрыта. Вот так. Все дроиды уничтожены. Держать строй!
быстрее я! Можно с ним, беги. Это сработало. Дверь, познакомься с беди. Спасибо, беди. Это все. Кэл, я рядом, но за закрытой переборкой. Рядом с тобой есть консоль.
Нашел. Это впечатляет. Ты как, там в порядке? Обо мне не волнуйся, миссия важнее. Но как же приятно тут все разрушать. Нас держали в этой тюрьме. Жаль, только спасать здесь уже некого. Мне жаль, что мы сюда вернулись. Как и мне. Но разве у нас был выбор? Понимаю. Нам надо идти. Да, быстрее закончим. Видишь следы Триллы? Нет, пока нет. Они держат голокрон внутри камеры для допросов. Это самое надежное место в крепости. Открываю тебе путь к голокрону. Отыщи голокрон. Я с ними разберусь и присоединюсь к тебе позже. Похоже, это турболифт. На нем можно выбраться. Уже близко. Эй, беди один. Ты хороший друг. Впервые вижу такое. Продвинутые технологии даже для Империи. Их сломали, избили и обратили к темной стороне. Можешь с ней совладать. Что б я без тебя делал? Трилла, я видел, через что ты прошла. Знаю о твоих страданиях. Еще не поздно простить. Простить? Моя боль придала мне сил. Я знала, что ты придешь за ним. А спасибо. Тебе не выбраться отсюда живым!
поплачешь! Выручай, друг! Еще с ним! Слабая техника. Нужна помощь! Кончено, Трилла. Это еще не конец. Этот бой окончен. Я знаю, что тьма поедает тебя изнутри. Но каждый день мы выбираем, накормить ее или гнать. Все это зря, Цере! Нет, не зря. Я понимаю, что мой выбор лишил тебя права выбора. И я подвела тебя, Трилла. Я подвела. И мне ужасно жаль. Как же я ненавидела тебя. Визитор. Отомсти за нас! Кэл, беги! Нет! Цера. Будет разумнее сдаться. Да. Пожалуй. Бежать.
Бежим! Дуем отсюда! Я-то в порядке. Сэр, я не подведу. Парень, как слышно? Не отвечают. Ответят. Я в этом уверена. Грис, я здесь. Направляюсь наверх. Будьте готовы. Голокрон у меня. Но, сэр, она не смогла, Грис. Сэр, выбирайся оттуда, Кэл. Торопись, Кэл. Мне жаль. Получишь его? Посмотрим. Я не позволю забрать детей. Сколько ненависти. Из тебя бы вышел превосходный инквизитор. Ты сильнее этого. Нет, нет! Да, темная сторона силы. Сэр. Она наполнена ею. Сэр, сэр, эй, послушай меня. Всегда есть выбор. Парень. Кэл. Кэл! Сэра. Она жива. Жива. И ты... Получилось. У нас... Получилось! Полегче. А где все? Они там... Эй, куда? Погоди же!
Прости. Там в воде была ты, да? Рада, что ты жив. Он не отходил от тебя. Спасибо. Привет. Привет. Что теперь? Что ж, капитан, это конец моего фрахта. Ты выполнил свой контракт. Спасибо, Крис. Ну, если ты не против, я тут подумал, что, может, мне стоит остаться и отвезти вас куда захотите. Ну и парень вроде равняется на меня. А что с этим? Используем, чтобы возродить орден. Следующее поколение джедаев. Империя охотится за нами. Будет и за ними. Жизнь каждого ребенка из списка будет изменена. Но не нами. Их судьбы следует доверить силе. Так куда теперь?